У Сюзана сказки. Здравствуйте, ребята. Если мы опять эту сказку. Белорусская. Народная русская сказка. Которая называется «Тигр и волк». Гулял по поляне волк. И говорит: ох, какая красивая поляна. Ой, а кто это там бежит? Такой весь полосатый и оранжевым цветом. Ты кто такой? Я тигр. А ты кто такой? Я волк. Этот волк. Я так вижу, ты такой вкусненький. Что? Я такой вкусненький? Это ты вкусненький. Чуть не задохнулся. Ты такой сильный, и ты тоже. Эх. Ну? А, тигр, я хотела тебе спросить. А откуда ты прибежал? Я из Африки. А я и здесь, в лесу, живу. Ну, волк, давай перемирие. Давай. Тш, пять. Ху-ху-ху. Ч-ч-ч-ч-ч. Е-е-е, класс. Ребята, пока! И вы, ребята, пока! Ау! Хей, 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 хей! Ладно! Ну вот и сказка подошла к концу. Белорусская народная русская сказка. Ну, ребята, пока!